И всем привет, с вами Александр Навасов, в данный видеоролик. И сегодня я вам расскажу, как дарить игры человеку. То есть, например, я даже не знаю, как объяснить, как купить подарочную версию игры, чтобы она не сразу человеку отправилась, а чтобы она была в вашем инвентаре, и вы могли ее передавать любому своему другу. Для этого вот, ну, я буду показывать на скринах, так что, ну, чтобы, ну, я не знаю, чтобы вам было интереснее. Короче, для того, чтобы подарить игру другу в обмене, то есть, например, вы хотите обменять там скин на гифт игры или там что-то еще на гифт игры, вот я вам сейчас это все расскажу. Итак, для того, чтобы подарить другу эту игру, вы должны выбрать эту игру. Нажимаем «Купить в подарок». Дальше у нас открывается такое интересное окно, где мы выбираем своего друга. Да, именно друга, которому вы хотите обменять эту игру. То есть никого другого, именно вашего друга, с кем вы будете обмениваться. Выбрали друга, нажимаете «Продолжить». У вас открывается окно «Имя получателя». Там есть записка к подарку и ваша подпись. В имя получателя пишите ник вашего друга, которому вы будете кидать обмен с подарком. В записку к подарку вы пишете все, что угодно, все вообще, ну, любое сообщение, в общем. И вашу подпись вы пишете gift pass, как это показано на картинке. То есть пишите прям gift pass, прям через черточку пишите gift pass. Все, после этого нажимаете продолжить, оплата, все. И после этого проверяйте игру в инвентаре. Ну, получается, заходите на свой профиль, нажимаете свой инвентарь и выбираете там вкладку Steam. Вкладка Steam находится, ну, например, если у вас есть CSGO, например, ну, там есть CSGO, например, если там есть у вас Dota 2, Team Fortress, ну, то есть там есть еще вкладка такая, называется Steam. Вот заходите в эту вкладку, в этой вкладке есть всякие карточки, ну, самоцветы, смайлики у кого-то есть. В общем, выбираете эту вкладку и дальше ищите эту игру. Она может быть как на первой странице, так и на последней. Так что проверьте все страницы. И после того, как вы нашли эту игру, вы можете уже кидать обмен своему другу. То есть вы должны прочитать то, что игра передается другу. Если передается другу, то есть если вы можете ее обменивать, то вы сделали все правильно и вы можете ее затрейдить. Дальше нажимаете на своего друга «Предложить обмен» или просто ему кидаете в чате «Обмен». Закидываете туда спокойно игру и все, в общем. Нажимаете там галочку «Подтвердить» и дальше, ну, как обычный обмен. То есть вот так вот вы можете обменять свою игру, которую вы купите, на любой другой предмет. Чтобы, ну, например, если вы не хотите просто так подарить человеку подарок игрой, а хотите, например, обменяться игрой на скин, например. Ну, некоторые люди так обмениваются. В общем, так можно сделать. В общем, все показано в скринах. Если вам понравился этот видеоролик, обязательно расскажите о нем друзьям. Ну, а с вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока. Пау!